Есть. Есть, хоть одна взяла. Уже хотел идти домой. Вот, вот сидит. Так, сейчас заведет. Уже завела немножко. Не, идет. Идет. Идет щучка. Так, всем привет. Вот я с работы ехал и заехал на рыбалку. Я на этом озере 2 года назад был. И вот решил еще попробовать. Здесь недалеко работаю. И вот кину щучку. Упирается. Упирается щучка. Такая нормальненькая. Где-то 3 есть. А? Не хочет. Не хочет. Иди на сюда, щучка. Вот так. Совсем не хочет идти. Так, подсака у меня нету, как всегда. Не пользуюсь. Так. Все, вот теперь я тебя взял. Вот такая щучка. Пасть какая, у. А уже хотел идти домой. А, после работы вот заехал порыбачить. Так, тебя немножко дальше. От берега, он берег такой, склон. Такая щучка красивая. Так, есть мне вот такие щипцы. Брат подогнал. Попробуем. О, хорошая штучка. Серега, спасибо. Ну, такая. Где-то на 3. На 3 килограмма щучка есть. Есть, есть еще одна. С дерева вытащил ее. Так, надо вниз спускаться. Сейчас наверх пойдет. О, пошла наверх. Пошла наверх. Опа. Что-то не хотела уже как больше часа здесь. Что уже только не пробовал. Не хочет, не хочет. Это вот за 5 минут вторая. На простой силикон. А, маленькая. Маленькую придется выпустить. Или... Не. Выпущу. Очень маленькая. Очень маленькая. Че ты такая маленькая? Щучка. Иди сюда. Надо фото сделать. Отправить другу. Он был со мной на рыбалке. И надоело ему. И поехал он домой. Так, будем выпускать тебя, щучка. Серега, спасибо за подгон. Только не вижу крючка. Щучка, раскрой рот.
проглотила. Ты где-то аж зябр с этой стороны. А вот вижу тебя, вижу. О, все, как легко. Щипцами. Куда? Да я тебя нормально выпущу. Не дергайся, успокойся. Ладно, короче. Щучка, плыви. Плыви, подрастай. А как подрастешь, приходи. Вторая щучка. Ну, маленькая, но все равно интересно. А я уже думал, что все, ничего не будет. Значит, что, продолжаем рыбалку. Здесь уже вторая. Из-под дерева его. Там бобер дерево бросил. И сидят там щучки. Одну вот отсюда вытащил. На мели сидит. Буквально, не знаю, полчасика домой далеко ехать. Очень далеко работаю. Очень ехать далеко. На машине 120 километров с работы ехать. И так каждый день в одну и другую сторону. Есть, есть. А что это случилось? Третье уже. Ну, это что-то получше. Тоже небольшая. Ну, лучше, чем вторая. Так, сейчас другу опять отправлю фото. Он будет злой. Щучка, тебя возьму. С тебя тараньку сделаю, если ты не убежишь. Плохо зацепилась, да? Щучка, а ну перевернись. А какая ты скользкая. Щучка, тихо. Не, нормально зацепилась. Опа. Все, вот такая щучка. Так, другу фото сделать и сразу отправить. Он где-то в дороге едет как раз домой. Будет хохма, как увидит. Это будет хохма. Что, пишем еще одна. Все, собираюсь домой. Вот такие две щучки поймал. Вот для сравнения моя рука. Это 3 килограмма есть. Килограммовая щучка. Одну маленькую выпустил. Это такая красивая, крупненькая щучка. После работы сегодня порыбачил. Где-то, может, 3 часика. Сегодня вышла рыбалка. Сейчас рыбку почистю и домой. То, что рыбалочка удалась. Так что спасибо за просмотр. И до новых встреч.